Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Многие жители Кунгура жалуются на ремонтных рабочих за то, что они оставляют мусор и прочие отходы на месте выполнения работ. Сегодня здесь, на перекрестке улицы газеты «Искра», мы увидели, что рабочие могут бросить даже необходимые материалы прямо посредине дела. Например, вот этот кабель вместе с люками легко можно сдать на металлолом, но ремонтники оставили его без присмотра. Конечно, украдут, кто-то что-то украдет. А потом местные жители жалуются, откуда такие огромные счета за ремонт электросетей или, например, дорог. Мелочь, а безалаберная. Что делать, если тебе 11 лет и у тебя нет друзей? Все правильно, идти на эту детскую площадку между домами буровиков 3 и космонавтов 9. Здесь именно для таких детей и появилась специальная качель. А если серьезно, то видно, что половину этой одноместной качели попросту спилили и, скорее всего, сдали на металлолом. Но детей забыть спросили. Жалко, что уже вдвоем нельзя покачаться. Понятно, что у тех людей, кто испортил эту качель, нет никаких моральных принципов. Вот только детям от этого не становится легче. Будем надеяться, что управляющая компания в скором будущем займется этим вопросом. Ведь мелочь эта испорченная. Здесь же, в Нагорном, только на улице Российская, мы нашли еще одну интересную детскую площадку. Дети не то что поиграть, но даже подойти к ней не могут. Дело в том, что, по словам местных жителей, траву здесь не скашивали уже лет 5. Да и сами качели здесь находятся в плачевном состоянии. Видимо, поэтому эта площадка единственная, где в самый разгар дня нет ни одного ребенка. Хочется задать вопрос, неужели детям совсем негде погулять в микрорайоне? Ведь мелочь это необходимая. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – компания «Уралинпром», производитель полистиролбетонных блоков, перемычек и перегородок.